Развивать чувство патриотизма, проявлять любовь к родине, интерес к истории. Такую ответственную работу ведут учителя в школах. А результаты патриотической деятельности педагоги и учащиеся школы номер 6 города Карачаевска представили на мероприятии, посвященном оборонно-массовой и военно-патриотической работе, которая стартовала в этом же образовательном учреждении. Алла Динаева подробнее. Орлята, юные пограничники, юноармейцы – все отряды школы номер 6 Карачаевска к торжественной линейке готовы. А когда звучат гимны России и Карачаева-Черкесии, дети хором и с удовольствием подпевают. Наглядный пример ребятам для подражания – это представители силовых структур, которые участвуют в мероприятиях. И не первый раз, как происходит здесь торжественное мероприятие, уроки мужества, отрадно видеть, что патриотическое воспитание в 6-й школе – это на первом планке. О любви к родине, о мужестве защитников. Ребята читали стихи и пели песни. Рисую вам солнышко, которое будет смеяться, и больше не буду плакать, и больше не буду бояться. За большой вклад в патриотическое воспитание Совет ветеранов и Союз офицеров вручили педагогам благодарственные письма. Я от имени Совета офицеров по Карачаево-Черкесской Республике поздравляю вас с знаменательным днем. Очень хорошо, очень красиво, понятно, доступно. Это все вот, спасибо вам большое, патриотическое воспитание молодежи. Это наш священный дом, наш всем. На протяжении многих лет это образовательное учреждение занимает лидирующие места в месячниках оборонно-массовой и военно-патриотической работе. И это не только в Карачаевском городском округе. Вот у меня мороз по коже идет, когда я говорю эти слова. Я горжусь своими детьми. Когда мы проводим такие мероприятия, с каким вниманием они слушают этих ветеранов. У них слезы на глазах. Вот читают стихи, поют песни, и в их глазах читается, что они сопереживают, понимают, вникают в эти слова и в ситуацию. То есть они живо воспринимают вот это вот все. Отряд «Российское движение детей и молодежи» состоит из учащихся 6 А-класса. Вместе со своим педагогом Лидией Беляловной они готовились к сегодняшнему мероприятию. Чтобы мы это доносили вовремя, чтобы дети в таком возрасте уже знали, что такое Родина. Его надо защищать, каждый на своем месте. Зная состав руководителя Светлану Борисовну, они всегда проводят такие мероприятия на высшем уровне, не только здесь. Они представляют наш округ на различных республиканских мероприятиях за пределами. Они всегда возвращаются с какими-либо победами, с призами. И у них военно-патриотическое образование всегда на высшем уровне. Узнать лучшую историю из своих выдающихся земляков способствует и музей Героя России Дугербия Узденова, имя которого носит 6-я школа. Фотоальбомы личные и вот китель Дугерби Танаевича – это период его работы в МВД, когда он работал, его награды все здесь. Алла Динаева, Али Бастанов, «Вести», Карачаево-Черкесия.